«Вся правда шансона». Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». Эта осень богата на хорошие концерты. Ну, прям урожайный год какой-то. Об одном из концертов, на который обязательно стоит сходить, расскажу прямо сейчас. 3 ноября в Московском государственном театре эстрады состоится презентация нового альбома Петра Налича «Паровоз». Концерт пройдет в сопровождении эстрадно-симфонического бенда и хора. Представляете, как здорово? Что? Не знаете, кто такой Петр Налич? Ну да вы чего вообще? Петр Налич – певец и автор песен. Он представлял Россию на Евровидении 6 лет назад, а его клип на песню «Гитар», ну, где они там на даче бегают возле разбитой старой копейки, вошел в топ 20 самых просматриваемых российских клипов на YouTube. Гитар, 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 come to my boudoir, baby, you have a possibility, play it with me. К нынешнему моменту Петр Налич вместе со своим музыкальным коллективом выпустил уже 5 альбомов. Все пластинки очень достойные. Каким будет 6-й альбом «Паровоз», узнаем 3 ноября. Кстати, на этом концерте, помимо новых песен, прозвучат уже знакомые композиции последних лет, произведения из проекта «Утесов», а также этносимфонические композиции из программы «Песни Менестрели». Не обойдется и без ярких сюрпризов и импровизаций. Там будет много новых песен, много песен из последних лет. Что-то будет более хоровое, что-то более инструментальное, будет лирическое, будет танцевальное. В общем, разное-разное, но все, что лично мне показалось очень интересным именно сейчас представить вам. Дорогие друзья, 3 ноября, 7 часов, Московский государственный театр эстрады. Презентация нового альбома Петра Налича «Паровоз». Начало в 7 вечера. С вами была Катя Катушкина и «Вся правда шансона». До скорого! «Вся правда шансона».